Знаете ли вы, что на станции метро 81-я стрит, которая находится рядом с Музеем естественной истории, спрятаны некоторые секретики? Станция была открыта в 1932 году, но в 1990-х здесь появились мозаики. Например, те животные, которые уже давно вымерли, выполнены голубой однотонной мозаикой, а те, которые существуют, цветной. На некоторых мозаиках сделан красный вопросительный знак. Так отмечены животные, находящиеся в Красной книге в 90-х 2000-х годах. Например, вот эта голубая рыба считается уже исчезнувшей. А вот это, мне кажется, портрет одинокого Джорджа, самца галапагосской черепахи, которого обнаружили в 1972 году. Он так и умер в одиночестве в 2012 году.